на лучшую, как ты знаешь. Это у нас фашисты все остальное. Помни, какой пишет, как ты знаешь. Да, это украинский. Знаешь что, я слышу, что ты знаешь, что ты знаешь, я пытаюсь не решить, говорит, да у вас вот смотри, гранатор с Ленина скидывает. Я тоже шел, говорит, я побежал. августа, город Краматорск, место того, чтобы демонтировать Ленина по решению исполнительного комитета городского совета. Не хватило вышки, крана, и решили просто привязать флаг Украины к памятнику Ленину. Ну как же, а где ты был, что ты видел? Ну что ты вообще видел? На телевидении я смотрю, тут нормально. Ну, мне учительница русского языка всю жизнь в Советском Союзе она была агрессивна. То есть она была вот, ну, не совковая. Я ее встречаю, говорю, Людмила Николаевна. Она выясняется, что она поддерживает Майдан. Она дочка живет в Англии. Вышла замуж за англичанина, живет в Англии, понимаете? Я говорю, да, у меня глаза на лоб, говорю, а как же, говорю, Европа, говорю, как же Скрепы, Москва, говорю, от Москвы, короче, как это... Подожди, дай заснять.